Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вкусные истории». Сегодня я вам покажу, как можно покрасить пасхальные яйца при помощи салфеток. Яйца получаются очень красивыми и оригинальными. Для покраски пасхальных яиц нам понадобятся белые куриные яйца вареные, уксус, краски разных цветов, салфетки, либо кухонные полотенца и перчатки. Краска у меня была в пакетиках, поэтому я ее перелила в баночки, чтобы мне было удобнее с ними работать. Теперь в каждую краску я добавлю по 1 столовой ложке уксуса. Уксус у меня 9%, если у вас 3% или какой-нибудь другой, можете добавлять любой уксус, какой у вас есть. Добавили уксус, можно немножко перемешать. Теперь я буду разбавлять каждую краску водой. Одеваем перчатки, берем салфеточку, кладем вовнутрь яйцо, заворачиваем его в салфетку. Теперь начинаем так вот поливать краской. Так вот его немного обминаем. И откладываем в сторону примерно 10-15 минут. Следующее яичко. Так же само. Кладем, заворачиваем. Прижимаем салфетку. Вот в таком виде оставляем их в салфетках прямо еще на минут 10-15, потом будем снимать салфетку и смотреть, какая красота у нас получилась. Все, разворачиваем яйца. Вот такие вот очень красивые, оригинальные расцветки яйца получаются таким способом окрашивания. Окрашивание пасхальных яиц в салфетках – это очень простой способ. Получаются уникальные, красивые рисунки. Такие пасхальные яйца станут украшением вашего праздничного пасхального стола. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!